Хотели бы вы видеть Алексея Кудрина кандидатом в президенты? Ну, особо о нем ничего не знаю, так, чтобы его избирать. Видеть можно, конечно, у нас гласность, у нас свободного выбора. Пускай присутствует, но не знаю, насколько у него шансы большие. Скорее нет, чем да. Не знаю, у меня свой кандидат. Ну, я за Алексея Навального. Я как экономист считаю, что это бухгалтер, а не финансовый менеджер, скажем так. Да я без понятия, мне все равно. Не слышала такого. Нет, потому что я доверяю нынешнему президенту Владимиру Путину. Да все равно будет Путин. Но мне кажется, большинство за него будут голосовать. Потому что более достойным нету. Нам не дают выбора, поэтому Путин. Мне как бы, знаете, чтобы он хороший президент был. Владимир Владимирович Путин там хорошо он страну поднял. Ни в коем случае. Он баламутит. Он предлагает не то, что надо. Когда он был по власти, имел все права, что же он не делал? А сейчас, когда его выперли оттуда из правительства, стал предъявлять, что значит, что новые какие-то проекты, новые там разработки. Я их читал и явно не в точку попадает. Ну да. Скажешь, почему нет? Нет, не хотел бы. Ну, наверное, если учитывать, что Алексей Кудрин уже из какой-то существующей команды, да, и, собственно, толком себя никак не проявил, что он сделает дальше. То есть нужны, наверное, новые лица, а совсем не новые лица. Ну, выбора нет, поэтому, собственно, и нужны новые лица, да, поэтому там надо, наверное, там, я не знаю, тоже там можно относиться по-разному, если уж вы начали про политику, к тому же Алексею Навальному, да, чью фамилию нельзя назвать вслух, как вы знаете, да, ну, соответственно, хотя бы какое-то новое лицо, да, то есть не, можно не разделять его взгляды, но как минимум человек баллотируется, хочет участвовать, да, и, собственно, он, наверное, достоин участвовать, пусть участвует. То есть должны быть новые лица, а вот всех, знаете, вот эти подмены понятий, когда появляется какой-нибудь Кудрин, и говорят, вот он, великий либерал, да, но давайте вспомним все-таки, чем занимался Кудрин последние, там, не знаю, 10-15 лет, и будет понятно, что, конечно, это не совсем так.